Еще один вариант для разрыва дистанции, но больше предназначен для позиционной борьбы. То есть мы стоим в той же широкой позиции, и при атаке противника мы подтягиваем ногу к себе. Подтягиваем. Это подходит ровно тогда, когда мы работаем в позиции. То есть раз, оттянулись. Например, то есть вот мы встали, противник меня атакует. Я оттянулся, имею возможность сразу же вернуться сюда. Оттянулся, вернулся сюда. И вот здесь я уже шагаю, вот нога к себе. Вперед, к себе, в сторону, к себе, в сторону. Соответственно, еще раз. Раз, два. Раз, два. Развернулись. Бам, бам, бам. В данном случае удар был больше для контроля дистанции. То есть здесь не будет вложения. Это возможно только при позиционной борьбе. Когда противник делает атаку и сразу же уходит назад. Если он пойдет на меня в провал, либо в клинч, это будет тотальной ошибкой. Он меня снесет. Я буду находиться в очень неустойчивом положении. Поэтому здесь четко для себя нужно понимать. Позиционно раз, оттянулся, вернулся. Раз, два, раз, два, раз, два. Если противник входит в ключ, идет с мощным ударом, тогда однозначно я должен разрывать дистанцию за счет задней ноги. Это важно понимать.